остальными снег, ребята. Кто не верит, пожалуйста. Загружаемся. Давай, Леня, загружайся. Поехали. Это, Илюха, ты свой кирогаз так разжигаешь? Начинается костром пожаров. На перегонке с джипами и с верблюдами. Причем насколько надо, да? Что мы сюда кататься? Позировать вообще. Мертвое море и горы Иордании на той стороне. Сегодня солнца нет, ловят для съемки. Не могу сказать, что идеальный, но хороший, поскольку дымка. Но мы что-то быстро идем. Приближаемся к Мертвому морю. Спит смотровая площадка. Вот оно, Мертвое море. Примерно на высоте 250 метров. Привет, Харон и Финн. Я даже пытаюсь переключаться одной рукой, как-то получается. Нам туда. Что делать будет? Да? Опа! Вот оно. Красивейшее место. Одно из красивейших. Ну что, боролись? Да, сегодня эти день прожит не зря. Как говорил один наш участник, улыбайтесь, потому что каждая фотография может быть последней. Это будет осторожно с такими заявлениями. Да, вот когда мы день закончим, вот тогда он у нас удался. Вот на ту горку мы взбираемся. Нет другого выхода, только вперед. Во время Ливанской войны была передача. Арабские бабы из Ливана, которые в Швейцарии дали убежище на время войны. Выходят в Швейцарии из своего убежища и начинают Израиль поливать. И Ливан бедный, все они в Швейцарии страдают. Ну поехали. Такая агитация идет. Впервые за сегодня показалось солнышко. Оделась вода! На Халькидрон обычно здесь вода. В этом году непонятно, куда она делась. Это вода стекает с Иерусалима. Хотя вроде и дожди были, и снег в Иерусалиме. Преодоление водной сухой преграды. Привал. Только ощущение, что после еды ехать будет еще тяжелее. Да, но тут уже, в принципе, по плоскости, но относительно. Мы набрали по высоте чуть-чуть больше половины. Что, нам еще много в гору? Примерно столько же, сколько было. Ну, может быть, чуть меньше. Еще предстоит такой хороший спуск, где Барба в прошлый раз чуть не улетел. Все блоко проверю. Ну да. Чаепитие у нас всегда начинается костром, пожаром, огнем. Самое главное, что оно начинается, а все остальное фигня полная. Нет, вот что? Мне вина. Сейчас, так, давай, Леня. Давай. Слив. Подожди, наш сулугуню нарезку на закуску. Вешрафную. Автоматика. Ты, Игорь. Подожди, сейчас сын. Твое здоровье. Ваше здоровье. За ваше здоровье. Вот раз Барба сказал, не большой, а лучше. Сколько было? Чайки надо брать, но... Пока что не бывает.
Главное, сними, что я при этом давлю на рюкзак. Хорошо. Ну, буди чайник, эй. Все, жив, а свежий, рулит, бля. И да? Смотри. Федор, мы вытаскиваем. Ты тоже надо вскрыть все. Да, следующий. Надо теперь переднее колесо снять и проверить. Не надо. Может, там тоже такое. Реально, жвачка. Да просто все, собирайся. Красиво. Ты только это, подъем не снимай, потому что мы явно пешком пойдем. Я до того момента, как ты будешь ехать. Второй пошел! О, крутые ребята! Красавец, правда? Это тот самый знаменитый нахаль Кумран. Знаменит он тем, что во время шифона тут сумасшедшее движение воды в ущелье Кумран. И часто бывают случаи, что погибают люди, их просто заливают воду. Надеюсь, вам видно крутизна этой горочки, на которую нам сейчас предстоит забраться. Заехать, конечно, вряд ли удастся. Хотя бы зайти. Мы закончили маршрут, кибуц Альмок. Ребята поехали привезти машины. Мы их ждем.